Доброе утро, страна! Начинаем наш новый день. Буквально через 10 минут выезжаем на тренировку. Потом следующая квалификация будет. Откатали наши тренировочные попытки. Смотрим, как откатывают еще 3-4 группы. И едем на квал. Ой, не попал. Выезжаем на квалификацию. Стоим в очереди. Здесь взвешивание проходит выборочно, хоть кого могут дернуть. На проверку, кто читерит. Зацените у чувака, какая приспособа. Алекс Дюс, наверное, о такой у нас мечтает.70-90 баллами. Посмотрим, что скажет нам Андрей Остапов, пилот из Екатеринбурга, который в первой попытке добыл вполне неплохие 78 баллов. Но, разумеется, оставил себе резерв для улучшения. Более агрессивная постановка. Сидим, досматриваем нацию. Болеем за наших ЕКБ, давай, Катюха. Делай вещи. Андрей, где Веста? Ребятки, Веста будет в Москве. Там масса как бы вопросов по электрике, много всяких новых систем. И поэтому мы решили все сначала проверить. У нас сейчас брифинг перед парными заездами. Вот вам техпарк. Все, квалификация у нас на 12 месте. Едем мы с Даней Меркелем. Не могли с ним в ЕКБ покататься, покатаемся хоть здесь. Двигаемся на парад пилотов. Кругом камеры. Выезжаем на заезд.
Вест Топ 32. Такая вот красота у нас. Вообще. Давай, что ты, блин? Сердечко вокруг, сердечко. А теперь мы битва. Ну а пока двоим Тельмурша на трассе снова даем ехать впереди. С трудом дает ему разворачивать огромный крейсер под названием Toyota Chaser. Выполняет такую роль, которая обычно ходит разнообразным ретардером, обычным конструкциям. Глубоко заехал до предела трассы Чейзер Данила Меркеля. Остаток все дальше и дальше. Тем временем, даже если Чейзер не меряет, то тут уже больше... Ну что, ребятки, я нас поздравляю. Мы в топ-16. Сразу отвечу на все вопросы. Не хотел вафлить, не хотел ехать в каких-то больших расстояниях. Доверился и ехал на свой риск, за что ж тут не покарался, но ничего. Знаете что? Мне охренеть, как нравятся наши прошлогодние диски, которые мы купили во Владивостоке. Они, мне кажется, канают больше машине. Но в том году один из них пострадал. Но сейчас оно чуть-чуть как бы вот такое. Чуть-чуть сварочка есть, но ничего, походу еще. Кстати, вот колеса какие спущены. И еще держака мало, надо еще больше.